Здравствуйте. Мы на попутках едем до Карабаха. Повезете? А вы куда едете? А? Карабах? А вы часто так ездите? Нет, пока. Нет? А как там вообще сейчас с блокпостами? Ну да, которые в Карабахе стоят. А они останавливают вообще или так выборочно? Всегда, да, останавливают? Нет. Не всегда? Здесь стоят, да, свободные. А? Проверяют просто. Подъезжая к первому посту, мы до последнего думали, что нас развернут и мы поедем обратно в Армению, но получилось совсем иначе. На посту показали российский паспорт, нам сделали бумажку, ну, в целом она выглядит так же, как и в любой другой стране. Просто указываете цели визита, даты и куда едете, по какому адресу будете останавливаться. Все, проехали второй пункт, получается. Нас занесли, сказали в какую-то базу, не хотели пускать. Говорят то, что не пускают иностранцев. Но потом вот парень сходил с нашими паспортами, поговорил, через минут 15 вернулся и сказал: езжайте. Ребят, мы подъезжаем к Степанакерту. Уже меньше 10 километров осталось, и мы на месте. Проехали последний блокпост, надеюсь. И все. Дальше, наверное, можно будет спокойно передвигаться. А? Еще один? Предпоследний блокпост. Что же про меня, то я получил разрешение на въезд и прошел все посты, на которых стоят миротворцы. Добрался до Степанакерта и дальше покажу вам, как выглядит Карабах после войны.